Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и одинцовские депутаты-единороссы приняли участие в праздновании 75-летия Голицынской школы номер 1. Парламентарий поздравил коллектив и учащихся школы с юбилеем, вручил награды и подарки от Мособлдумы, а также от Ларисы Лазутиной, чей музей находится на первом этаже учреждения. Олег Рожнов пожелал школе больших достижений и процветания.